Выйти на прогулку по набережной и дойти до земли Франца Иосифа. Такая возможность теперь есть у каждого жителя Архангельска. Карта архипелага площадью 70 квадратных метров появилась в районе Красной пристани, излюбленном месте отдыха горожан и гостей города. С ее помощью теперь можно совершить виртуальное путешествие по одному из самых труднодоступных мест региона. Земля Франца Иосифа – это уникальное место, это уникальное пространство. Вроде бы кажется лед, снег, вечная мерзлота, но на самом деле Арктика – это не безжизненное пространство. Там обитают млекопитающие, которые занесены в том числе в Красную книгу Российской Федерации, Архангельской области. Это, конечно же, хозяин Арктики, белый медведь. И вот земля Франца Иосифа, и в частности остров земля Георга, он является вторым роддомом белых мишек. Чтобы узнать, чем знаменит этот и другие острова архипелага, понадобится только смартфон. Всем знаковым местам присвоены порядковые номера с QR-кодами. Перейдя по ссылке, можно увидеть фото и видео уникальных мест земли Франца Иосифа. Идея этого просветительского проекта принадлежит Национальному парку «Русская Арктика», а его реализация стала возможна благодаря грантовой поддержке проектного офиса развития Арктики. Официальное открытие состоится 30 августа. Именно в этот день, 150 лет назад, была открыта земля Франца Иосифа. Но уже сейчас сотрудники нацпарка постепенно начинают рассказывать жителям города о том, зачем здесь появилась эта карта и как с ней работать. Сегодня мы отмечаем праздник экологический, Всемирный день китов и дельфинов, потому что наш национальный парк – это особо охраняемая природная территория морская, то есть у нас огромная акватория, где родным домом считают, ну, ее акватории китообразные, то есть это и нарвал, очень редкий вид, занесенный в Красную книгу, это и гренландский кит, это и беломордый дельфин, который сюда тоже заплывает, кит Минки. Вот, поэтому мы отмечаем этот праздник, но, конечно, локация – это земля Франца Иосифа, потому что все эти китообразные обитают здесь. До земли Франца Иосифа не всегда добираются даже самые заядлые путешественники. Это одна из самых северных территорий России и мира. А вот место для карты в Архангельске было выбрано самое, что ни на есть общедоступное – центр города и набережная, где так любят гулять горожане и туристы. Чисто случайно шли с ребенком погулять по набережной и увидели, что такие активности интересные сегодня есть. Можно поучаствовать, весело провести время. И также обратили внимание, что вот у нас появилась на набережной карта. Можно изучить, просто идя мимо, наш русский север, узнать что-то из истории интересное, обновить знания свои. Мы оценили, уже успели посмотреть, но не все, потому что это очень большая тема, поэтому понемножку будем изучать. Каждый раз гуляя, что-нибудь новое будет ребенок узнавать для себя. 192 острова общей площадью около 16 тысяч квадратных километров. Чтобы нанести архипелаг на асфальт, потребовался всего один день и несколько умелых пар рук сотрудников нацпарка. Однако до этого была проделана большая работа по сбору, подготовке информации и созданию дизайн-проекта макета карты. Изначально карта создавалась в векторном редакторе, затем она отправилась на печать в типографию. Из этого большого плаката мы сделали трафарет, вырезали все острова и буквы. Затем мы при помощи аэрозольной краски нанесли все изображения, подправили и впоследствии также нанесли метки с номерами, которые обозначают острова и бухты. И также под карты разместили QR-коды. Это такая большая, кропотливая работа, мы очень старались. Около 2000 километров и полтора столетия отделяют нас от того дня, когда австро-венгерская экспедиция обнаружила неизвестную землю, которая впоследствии получила имя «Земля Франца Иосифа». Однако с появлением карты в центре города эта территория для архангелогородцев станет чуть ближе. Я считаю, что для города это очень важное событие, открытие такой карты, потому что не все могут побывать в Арктике, то есть на самом деле. Вот, а придя сюда, можно чуточку стать ближе к Арктике, узнать очень такую значимую, интересную информацию о том или ином острове, потому что все острова с богатой историей, с уникальной природой, о том, о чем мы должны знать, потому что это наше наследие.